Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Иген Шеститко. И мы продолжаем тему железных дорог и того, что кому и когда покупать. В предыдущем видео мы говорили про то, что называется Marklin My World. Это та самая игрушка для совсем маленьких детей от 3 лет, которая управляется таким вот пультиком и выглядит вот примерно вот таким вот образом, как какая-то такая вот легкая подделка, да, там, да, но все равно управляющая, гудящая, стучащая. Все пластик, да, чтобы не бился, чтобы не ломался, с набором вагончиков, с набором сменных панелек для паровоза, при этом масштаб H0. Ну и наверняка следующий вопрос, который мне зададут, какие игрушки дарить детям или покупать детям больше, чем на 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Вот эти. Рекомендую не гоняться за дорогими паровозами. Напомню, что дорогие паровозы начинаются от 200, 300, там, 500 евриков. У меня тут их немножечко есть. Сейчас я вам продемонстрирую, чтобы вы понимали разницу и качество. Вот он у меня. Дорогой паровоз в данном масштабе, ну вот там, да, энное количество денежек стоящий. Так, где у тебя здесь вверх, Денис? Иди сюда. Вот, да, не будем распаковывать, ну, в общем, вы представили, здесь высокого качества полиграфия, здесь высокого качества все параметрами, здесь находится так называемый digital decoder, то есть цифровой управляющий при помощи специального цифрового пульта, позволяющего на одном рельсе запустить несколько паровозов с разными скоростями, да, останавливать их по отдельности. Это же просто для того, что вот я захотел попробовать, я захотел посмотреть, как это работает, что это будет и тому подобное. И, собственно говоря, это тоже масштаб H0, номер только 29162, тот 29170. Цена начинается от 100 евриков за такой вот набор. То есть, что, опять же, очень доступно с точки зрения подарков для детей. То есть за набор, да, и там и рельсы, то есть старт-кит обязателен к приобретению, там и рельсы, там и сам паровозик, там и, что еще там у нас? Там у нас и модуль управления, ну, тут модуль управления простой, потому что девайс в данном случае не цифровой. Давайте посмотрим, как это выглядит. Тянем. Как вы видите, выглядит он так же, как и предыдущая модель. Единственное, что нам здесь нужно найти, нам где-то нужно найти рельсу, которая предназначена для подключения. Что-то я ее не вижу в упор. Она, наверное, там где-то внизу лежит. При этом у нас прилагается тепловозик. Тепловозик очень простой. Очень такого среднего качества, но если как бы не придираться там, к качеству полиграфии, тому, как он выглядит, все очень и очень нормально. Мы можем установить его на рельсы. К нему сразу прилагаются еще несколько вагончиков. Опять же прилагается пульт дистанционного управления. Напомню, что именно пульт дистанционного управления. И к нему же прилагается где-то у нас вот там внизу лежит рельса, которая обеспечивает, собственно говоря, и работу, и подачу электричества. То есть, если предыдущие My World детские ездили на батарейках, то эта штука ездит уже на отдельном внешнем питании. Так, иди сюда, отключайся. Опс, ладно. На отдельном внешнем питании нам понадобится еще одна рельса для того, чтобы сбалансировать ситуацию. Так, я тут слегка все разломал. Так, и
Вот сюда мы поставим наше питалово. Ну, понятно, да? Вот мы ее сейчас подключим. Иди сюда. Там же находится пульт управления скоростями, сигналами. Да что ж ты разбираешься каждый раз, когда я тебя пытаюсь собрать снова. О, все, готово. Питание подано. Паровозик, или в данном случае тепловозик, стоит на рельсах. Осталось только включить пульт ДУ, а для включения пульта ДУ в него надо поставить батарейки. То есть, чтобы вы не сидели где попало, особенно ребенок, да, который может там сидеть у себя на диване, на кровати и якобы пугать родителей удаленным управлением, а вы должны не забывать восхищаться, вау, как ты можешь круто управлять паровозом. Глядишь, захочет стать машинистом. Надеюсь, в Германии, а не в киевском метро. Вот, раз, или не дай бог в киевских трамваях. Два, три. Скручиваем снова. И надо, наверное, было читать инструкцию, но инструкцию, опять же, никто не читал. И поэтому мы посмотрим. Пульт не работает. Как же тебя заставить работать? Ждем. Может, надо было собрать из родных рельсов. Хотя эти рельсы ничем не отличаются. На пульте никаких обозначений нет. Питалово подано. И ничего не едет, значит, надо читать инструкцию. Так, пульт принимает сигналы, паровоз не едет. И чего наш паровоз не едет? Тут очень большая инструкция. Ага, здесь еще всякие подарочные сертификаты, контрольные функции, headlights, функции сопряжения указаны, нет? Не указаны. О, поехал, смотрите, поехал. В инструкции указано было, что нужно поставить на определенную... О, лампочки тоже загораются, видите, гаснут, загораются. На определенную позицию сам контроллер, он запрограммирован на четвертую, я так понимаю. И поэтому подает кого? На второй, поэтому подает команды. Какие-то дополнительные действия, кроме лампочек, у паровоза отсутствуют. Потом можем его разгонять быстрее, медленнее. Вот этот вот звук, конечно, весьма и весьма прикольный. Трущихся салазок. Напомню, что контроллер берет данные или управляется паровозом по вот этой вот средней полосе. Тут такие пимпочки. Идет он неплохо. Ну и ко всему прочему, как говорят, у Мерклина вот такой вот остановиться. В обратную сторону давай. А в обратную сторону. Давай. Назад. Не хочет. Что, только вперед? Где же у тебя задний ход? Что, у тебя нет заднего хода? Очень любопытно. Может быть, кстати, такое. Может быть. Функция heading. Adjust acceleration. Adjusting braking delay. Adjusting maximum speed. Setting
The Locative Parameter Acceleration Braking Maximum Speed with Control Unit Mobile Station Center Headlights доступны только, написано, базовые операции. Про Headlights мы уже... А, заработал, смотрите, задний ход заработал. Стоять, назад, вперед. Ага, о, я разобрался. А как с этим играться? Стоять, а куда лампочки светят, туда он и поедет. Вперед, поехали. О, смотрите, я молодец. Ну и остается только подключить нашу платформу. Это одна кнопка, оказывается, вперед-назад. По лампочкам лучше всего ориентироваться. И, как я уже говорил, мы можем поставить сюда еще парочку вагончиков. Вагончики тоже не очень качественного вида, ну, с точки зрения моделистов, с точки зрения ребенка 6-10, там, 12 лет, как по мне, так отличный вариант игрушки. Играть я не хочу. Так. Вперед. Играть я не хочу, тем более с дистанционным управлением. Лучший способ оторвать ребенка от компьютера, если вы этого требуете. К этому прилагаются также отдельные наборы рельсов. Вы можете докупить рельсы. Как вы видите, они все стандартизированы и имеют масштаб H0. Я докупил себе немного стрелок и тому подобное. Так что здесь можно будет сделать, ну, очень-очень отличную железную дорогу. Давайте проедем назад. Кто сказал? Вперед. Сейчас я сниму камеру. Главное не закрыть ее, пока снимаю. Вот наш паровозик. Вот лампы. Вот я переключаю направление движения. Видите, фонарик погас с одной стороны. Это значит, он поедет в другую сторону. Вот переключился еще раз. Нажимаем кнопку питания. И оно пошло. В хорошем смысле этого слова. Как я считаю, все-таки для ребенка, которому нажимаем чуть быстрее, которому надо сделать подарок и вы хотите, чтобы он развивался, вполне отличный подарок. Тем более, что если вы сначала купили Marklin My World, а потом приобрели Marklin Startup, по-моему, отличный сценарий и отличный вариант того, чтобы дети поменяли, да, то есть перешли к следующему уровню, все рельсы между собой совместимы, и это будет очень и очень хорошо. Ну вот мы можем посмотреть, что можем поставить назад, соответственно, и My World. Давайте откатим паровоз назад. Жаль, он не издает никаких звуков. Остановиться. Ребенок, поверьте, быстро научится ставить на рельсы. Это нажмем здесь кнопочку. Возьмем пульт питания. Пульт управления. А где он? Ну вот. Bluetooth не брал пульт управления. И... и вперед. И сейчас он... видели, какое? Это я разгоняю. Второй. Ходу. О, теперь они устроят между собой гонки. Ну что, прикольно, слушайте. Вот детям и будет развлекуха. По-моему, они идут сейчас на одинаковой скорости, друг друга не догоняют, опять же идут по одинаковой колее H0. Ну и напомню, что к этому делу еще прилагается и вот такой вот
большой паровоз, тоже H0, но его детализация, его качество и так далее, это уже для людей, которые считают себя моделистами, которые что-то сами делают, что-то собирают и тому подобное. Так что смотрите, выбирайте. Помните, что сейчас в современном мире для детей можно сделать массу интересных подарков. Вот один из них, как я уже говорю, такой вот, это различные марклины. Марклин My World, Марклин Startup. Они все размера H0. Про масштабы я еще раз хочу сказать, я покажу в другом видео. Сам я предпочитаю масштаб Z-Scale и масштаб G. Это такие совсем уже мелкий и совсем уже большой масштаб, а он позволяет вам, опять же, решать эти вопросы там с местом или наоборот, хотите проложить железную дорогу по, как его по-русски, по саду. Ну, это уже, опять же, отдельная история для детей внешне играющихся, да, то есть на улице, не так, чтобы они сидели с этой железной дорогой, очень будет хорошо и отлично. Ну и пользуйтесь, смотрите, складывайте, собирайте, задавайте вопросы. Всегда готов помочь приобрести. Для тех, кто интересуется в Украине, могу в Украину доставить за небольшую, скажем так, плату, поскольку не специально ехать не буду, а если кому понадобится, могу в этом вопросе помочь. В общем, увидимся. Всего хорошего. Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать. Напомню, что внизу в описании есть куча различных линков, в аннотациях тоже есть линки, посвященные вот такому моему хобби, поэтому смотрите, всего хорошего, пока!